Состояние предпринимательской деятельности в области, пути развития внешнеэкономического сотрудничества с деловыми кругами США, так была обозначена встреча с первым секретарем политического отдела посольства США в Москве Викторией Нуланд и вторым секретарем экономического отдела Романом Василевски. Эта встреча стала для американцев главной целью их визита. Они напрямую обратились к собравшимся, по каким вопросам липчане хотели бы сотрудничать с бизнесменами США. Такие встречи только входят в практику нашей области, и мы пока не всегда к ним готовы. Визитеры приезжают разобраться, как идет наша реформа, что нового появляется у нас для возможного сотрудничества. Если говорим о Штатах, наши бизнесмены пока плохо знают ваши регионы. Это честное слово. Давно не были связаны. Мы не соседи, мы соседи, но только через океан. И наша задача, чтобы ознакомить нашим и новому президенту, и руководству там, и нашим бизнесменам с областями, как и с Липецким, и с другими. Пугает ли американских бизнесменов политическая нестабильность у нас в России? Нас ничего не пугает, я бы сказала. Мы очень смелые люди, и это появится, я думаю. Спасибо большое. Спасибо.